Уолтер Перси Крайслер. Американский автомобилестроитель, промышленник. В проекте «Фамильные истории» на телеканале «Автоплюс». Уолтер Крайслер уже в 18 лет создал рабочую модель паровоза, которая ездила и сигналила. В самом факте нет ничего особенного, если бы не одно «но». Для создания этой модели Крайслеру нужны были инструменты, которые семья купить не могла. И тогда Уолтер сделал их сам. Отец Уолтера, сам работающий на железной дороге, категорически не хотел такой участи сыну. Однако Крайслер только об этом и мечтал. Он устроился уборщиком в депо и так усердно убирал, что заметивший его главный механик помог уговорить отца Уолтера разрешить сыну стать машинистом. Любовь к автомобилям у Крайслера проснулась в 1908 году, когда он случайно увидел локомобиль. Машина стоила невероятные $5000. В то время средняя зарплата американского рабочего составляла доллар в день. Крайслер получал около $350 в месяц, но все равно не мог позволить себе эту покупку. Однако он нашел выход – оформил заем в банке. Уже спустя годы, когда у Крайслера на счетах были миллионы долларов, он по-прежнему не считал себя кем-то особенным. Крайслер хорошо разбирался в технике, он не был гениальным инженером. Зато он отлично понимал человеческую натуру. Например, он говорил: «Когда есть тяжелая работа, я всегда поручаю ее ленивому человеку. Он обязательно найдет какой-нибудь легкий способ выполнить ее». Он не упускал случая похвалить своих подчиненных и поблагодарить за работу. Ведь он искренне считал, настоящий секрет успеха заключается в энтузиазме. Даже больше, чем в энтузиазме, в возбуждении. Мне нравятся люди в состоянии возбуждения. Когда они возбуждены, они добиваются успеха в своей жизни. Уолтер Перси Крайслер.